Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать про линейку Sanguine от Georgia Winehouse. Прежде всего, это дань традиции. Все четыре вина этой серии выдержаны в квевре. И, собственно, Sanguine с грузинского обозначает сосуд для хранения вина – глиняный квевре. На этикетках веселый шут несет его у себя за спиной, будто принося в дом вино и праздник. Вина этой линейки делаются из сортов Мцване, Ркацители и Сапирави. Все они с виноградников Кахети. Маарани с квеври для производства тоже находится здесь. К слову, именно в этом прославившемся регионе есть и наше собственное шато Азнаури. Здесь можно остановиться, чтобы насладиться природой, видами, ну и, конечно же, нашим вином. Мы используем для производства 14 квеври разным объемом, от 400 до 1500 литров. И вина созревают на мезге в квеври в течение полугода. Квеври открываются в марте-апреле месяце. Ну что же, познакомимся с винами поближе? Первое вино, которое мы будем дегустировать, это Мцване. Мцване кахетинский. Многими виноделами очень любимый сорт. Он подходит как для традиционной технологии производства вин в квевре, так и для обычной. И, конечно, очень красиво сорт ведет себя в квевре, когда его выдерживают на чаче. Ароматы, которые получаются в вине, напоминает спелую дыню, спелую айву, белые лучи очень красивые, вообще совершенно очаровательные, даже на расстоянии из бокала все это очень чувствуется. Во вкусе ароматы все эти продолжаются. И вообще такое создается ощущение, что ты заглянул в улей и чувствуешь ароматы меда и воска одновременно. Очень красивое и долгое послевкусие вина. Вообще про янтарные вина, про Amber Wines, говорят, что оно сочетается не только с рыбой, но и с мясом очень хорошо. Это правда. Следующее вино, которое мы дегустируем, это Ркацители. Сорт Ркацители тоже, как вы знаете, используется очень во многих винах и не только в квевре. В квевре он дает тоже очень красивый янтарный цвет, насыщенный. Аромат по сравнению с Мцваной более цветочный. Более такой нежный, утонченный. А во вкусе вина чуть больше выражена кислотность и чуть построже танин, что делает его скорее таким более гастрономичным. То есть во вкусе у Мцваны больше спелых фруктов, а Ркацители чуть больше про такую свежесть. У нас еще есть одно вино из сорта Ркацители. Это Кахури. Только Кахури Ркацители проводят в квевре на мезге в контакте с чачей 8 месяцев, дольше. За счет этого, конечно, получаются все ароматы более концентрированные, более насыщенные. Присутствуют ноты сладкого чая с медом, цукатов, кураги. Очень тоже красивый аромат. И во вкусе оно чуть более танинное. За счет как раз более длительной выдержки в контакте с кожицей. Ну и в этой коллекции Sanguine есть еще и красное вино. Сорт Сапирави. Не могли обойти виноделы, красный сорт номер один для Грузии. Мы, конечно же, помним, что квеври – это, в принципе, нейтральный материал, который не дает дополнительных ароматов вину, поэтому здесь мы будем слышать именно аромат сорта. И это вишня, вишня с косточкой, шоколадный пирог с вишней. Очень такой пряный, красивый аромат. Во вкусе есть танин, который очень хорошо сбалансирован, такой встроен в тело вина. И, конечно, Сапирави просит мясо в самом разном исполнении. Это может быть тушеное мясо, мясная нарезка или мясо на гриле. И тоже очень долгое послевкусие вина. И вообще, линейка Sanguine – это вина для тех, кто хочет познакомиться или уже давно влюблен в традиционную технологию производства грузинских вин – квеври.